рады приветствовать вас в нашей еженедельной рубрике «Язык жестов в балетном театре». И сегодня в нашей программе мы научим вас говорить комплименты и просить за них поцелуй. Как же мы это будем делать? А будем это делать следующим образом. Давайте изучим фразу «Ты прекрасна». Жесты знакомы нам уже. Отсюда рука, вот этой частью внутренней кисти, проводится по левой стороне лица, под подбородком, по правой стороне и опускается. Целиком это звучит так. Ты прекрасна. Следующий жест, который мы сегодня разберем, ты меня поцелуй. Тот же жест ты. Меня. Отсюда указательный палец подносится к губам. Губы слегка вытягиваются. Поцелуй. Как, например, мы можем сказать: ты поцелуй меня в щеку. Ты меня поцелуй в щеку. Также, как же можно попросить о поцелуе? Начало фразы остается то же самое и добавляется жест «пожалуйста». То есть, ты меня поцелуй, пожалуйста. Огромное за внимание. Следите за нашими новыми выпусками. До новых встреч. Всего вам самого доброго. До свидания.